звездной волной. Чайка летит рядом со мной. Что ж вы, друзья, приуныли? Привет, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить анабиоз. Остановились мы на том, что нашли выход, судя по всему, на улицу. Первый момент с начала игры, в котором мы видим свежий воздух. Так, и здесь довольно холодно, надо сказать. Оп, капитан. Чё, читаешь всю свою бумажку? Так, сейчас возьмем. Ой, так, ты где? На вот ты, да? Капитану ледокола «Северный ветер». О доставке груза прибыть в конечный порт назначения для промежуточного докования. Подготовить и оформить документы для последующего планового демонтажа судна. Демонтажа. Корабль собираются разобрать, как я уже говорил. Так, у нас нет патронов на СВТ. Я, кстати, погуглил. СВТ и СКС — это все-таки совершенно разные винтовки. Просто со схожим. Так, тихо. Здесь у нас народ отдыхает, пусть рабочего дня, похоже. Но сейчас тут никого нет. И мне бы согреться маленько, что ли. Ух ты. Так, что здесь происходило-то? Машина, полный назад! 20 узлов идем, опасно! Это момент аварии, похоже, показывают нам такими своеобразными стоп-кадрами. Ход на реверс. Да-да-да. Так, ну что, вот дверь, похоже. Или нет, это не она. Да, вот она. Жилые помещения, наконец-то. Давно я уже сетовал, что ходим по всяким инженерным помещениям. Но, собственно, где народ жил, не показывают. Так вот, нам теперь показывают. Тихо. Раздевалки разные. У нас народ приму курил. И мне погреться бы все-таки. Хоть чуть-чуть. Длинный-длинный коридор. Тут кто-то когтями, что ли, скреб. Так, ну что, сплошные раздевалки. Что, комната отдыха какая-то, что ли? А, это очередь в лазарет, да? Что с народом-то стало? Что прям так в очередях в лазарет? Ну куда же вы? Посмотрите! В лазарет! В лазарет! Лазарет переполнен. В коридор, к стенкам! Быстрее! Быстрее! Понятно. Лазарет был переполнен. Страшная беда приключилась. Так, что дальше? Куда идти?
тут у нас завал. Видимо, нам в эту дверь. Хорошо. Такими стоп-кадрами нам показывают, что... Только непонятно, что именно с ними стало. Что у нас из отхаркивающих? Так, готовим пентацина, ЭДТА. Сколько? Сколько есть? Много нужно! Много! ЭДТА, погоди, это же что-то дезактивирующее, по-моему. Это у них у всех радиационное заражение, что ли, было? Ну, тогда понятно. Доктор, вот здесь. Промыть глаза, рот, нос чистой водой. Сменить одежду. Зондовое и беззондовое промывание желудка. Да-да-да, народ облучился. О, зондовое промывание желудка, какая жесть. Не дай бог никому. Не дай бог никому облучиться, конечно. Так, ну и что? Да, в коридорах уже выкладывали. Слушайте сюда. При тошноте айрон по одной таблетке 2-3 раза. При повторной рвоте 1 мл 0,1% раствора атропина внутримышечно. При неукротимой рвоте 30-50 мл 10% раствора хлористого натрия внутривенно. Есть и пить не давать, не разрешать. Ну, естественно, есть и пить нельзя. Выблюешь все. Так, а тут что? Неокомпенсана, полиглюкин, все, что есть, внутривенно, до 300-400 миллилитров в сутки. Действуйте! Нет времени, нет! Да, просто жесть. Бедный народ. Что у нас здесь? Здесь у нас закрыто. Так, я так расслабился, сейчас какое-нибудь говно выпрыгнет на меня, я точно тут штаны накидаю. Доктор, коллапс! Кардиамин по 2-4 миллилитра. Имизотона 1 миллилитр 1% раствора под кожу повторно. Внутривенно, капельно, 2-4 миллилитра 0,1% норадреналина на 200 миллилитров физраствора. Действуйте! Не, ну при такой степени облучения то уж чё. Все, пиши пропало. Так, я отсюда пришел, по-моему. Или отсюда я пришел. Да-да-да, отсюда я пришел. Может, теперь эта дверь открылась? Нет. Что-то я запутался. Значит, там еще один выход где-то есть. Вот это, например. Доктор, посмотрите. Что здесь? Что? И так все видно. Они сами насквозь. Светятся уже. Иди пульс проверяй. Иди! Я... знаю. Не понимаю. Да. Доктора начали сдаваться. Здесь, похоже, показывают первые часы после взрыва реактора. Здесь, собственно, аппарат рентгена. Рентгеновский. Так, это что? Ничего. Стул. Стул — это плохо. Это явно сейчас каким-то глюком. А, давайте запишемся. Ну да. Опять ты, жопа. Ну уйди. Ну уйди от меня. Ой. Ой. Мы сейчас замерзнем к хренам. Фу. Ну ладно. Я надеюсь, все. Да, будем надеяться, что это не повторится. Тупик. Морг! Морг, пошли нахрен, я не пойду сюда. Пустите меня в эту дверь. Так, ладно. Ну и что нам делать в морге?
Тут холодно, как... Тихо. Чё я делаю? Ой. Чё такое? Воды. Что за свет вообще? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой. Пошу мать, надо в угол забиться. Что ж за херня такая? И чё мне это дало? Опа! Прям мистика какая-то. Это чё за решётки-то? Их тут только что не было. И новый уровень. Это хорошо. Довольно жутковатое место было. Хотя, в принципе, ничего страшного не случилось. Для нас, естественно. Для команды. Ой, блядь. Ах. Ударился ногой, извините меня. Для команды все закончилось плохо. Облучились. Стали как гули из Fallout. Давайте посмотрим, что у нас дальше. Решетка и решетка. А здесь довольно-таки прохладно. Можно погреться обо что-нибудь, нет? Че это вообще за помещение? Че тут кругом решеток столько? Блин, я замерзаю, надо обо что-то погреться хотя бы. Веник. Ну, давай об лампочку, что ж ты? Блин, маленько тепла. Это что за... Тут вода текла, похоже. Клетки. Здесь животных что-то держали. Да-да-да, точно. Такие клетки сразу узнаешь. Хоть раз видел. Собаки. Лайки. Так, давайте сохранимся. Чё-то давно не сохранялся. А здесь, судя по всему... был какой-то изолятор. Нахрен изолятор на ледоколе. Я, конечно, не понимаю, но... все-таки, видимо, нужен. Это у нас братюня в камере умер, бедолага. Погреться все так же нельзя. Ну, давай посмотрим, что с тобой случилось. Так, сохранимся. И давай в мозги, в мозги! О! Никогда не думал, что так можно сделать. Так, и чё мы тут? Ну что, животные? Начальник! Ещё один день прожить не зря. Без вафла дай покурить! Куда? Кого ты стреляешь-то? Курки! Братва! Меня выпустите! Опа, она дверь вынесла. Так, я слышу затопление. Оп! Ты чё? Это, блин, по-моему, плохо кончится. Ой. Тихо. Какие-то зэки, какие-то камеры. Что это все делает на ледоколе? Непонятно.
О, наши. Ща порвем этого вертухая. Так, а тут что такое? Опа-на. Ну, куда собрались? На свободу! Истекли вы, что имеет право сбросить ермо себя? Таких немало, которые потеряли свою последнюю ценность, когда освободились от рабства. Ну, давайте. Да вы что, охренели, что ли? Какая же там свобода? Там погибли, верно. Ладно. Так, это у меня кошка пробежала рядом. Блин, я все замерзаю. Если вы слышали. Где-то лают собаки. Блин, где мне отогреваться-то, елки-палки? Ты кто такой еще? Твою мать, у меня здоровья нет. Ты настоящий? Живой человек? Не, ну явно не живой. Ты кто такой вообще? Охренеть. Что такое? Ты скотина! Уйди! Уйди! Охренеть, что это было, блядь? Ну ладно, хоть тепло восполнилось. Так, у меня на СВТ есть патроны, нет? Нет. С этим с ними больно не повоюешь. Ты кто такой? Охренеть. Ты чё у тебя с глазами? Обалдеть, это чё-то какой-то это пошёл, Silent Hill. Опять ты, ёлки. Сейчас опять подойду, опять что-нибудь вылезет. Где погреться можно? Так, ладно. Сохраняемся. Надо почаще сохраняться. Раз такие дела. Какое ты страшное. Блин, а это что такое? Что за камера? Да охренеть! Ну давай падай уже. А-а-а! Вот этого не хватало. Блин, эта мосинка меня раздражает. Фу, все, наконец-то. Блин, вот он у меня снимал здоровье-то. ППШ! Ладно, это все искупает. ППШ, конечно, это хорошо. Че у тебя в голове? Клетка, что ли, тюремная? Обалдеть, какие-то монстры уже странные пошли. Так, еще сохранимся. Опять этот козел стучит, да? Че это такое тут? Ничего. Тут вроде тоже ничего не лежит. Тут... Бля, опять ты, а? Мне тут где-нибудь дадут погреться вообще, нет? Это что такое? Да, охренеть. Меркурий.
Земля. Нет, вот Земля. А там Венера была похожа. Да? А, какого хрена? Че это такое? Обалдеть. И знаете что? На этом мы завершим эту часть. А что же это такое? Увидим в следующей. Всего хорошего. Пока-пока-пока.